вот такая на Хорватии. Каждый пляж уникален. Все везде разное. Этот пляж не очень хороший за то, что нету песка, и для детей не очень хорошо заходить. Хотя это везде такое практически. Мы отдыхали там. Сейчас решил прогуляться, показать вам тут, на что похожа Хорватия. Очень жарко. 30 градусов. Очень много немцев тут отдыхает. Вот. И почти все русскоязычные, кого я тут встречал, они тоже с Германии. Ну вот, видно, видите, немецкие номера. Одна машина. А дальше венгерская. Еще венгерская. Потом немецкая. Короче, если вам нравится отдыхать на камнях, загорать возле камней, то welcome to Хорватия. Везде такие парковочки для яхт, для лодок. Очень много рыбы. Просто. Видите, затонувшая какая-то лодочка. Пальмочки. Вот. Наш дом отсюда находится 5 километров. Приходится сюда ехать на автобусе. Сейчас мы ждем автобус. В следующий раз я сюда приеду только на машине, если я приеду, потому что, в принципе, если так в общих чертах, то Турция мне понравилась больше. Вот Яна с Марьяном ждут автобус. Ну что, как вам сегодня отдыхалось? Жарко, да? Вот расписание. И наш автобус будет в 13:55. У меня есть еще немножко времени вам тут что-то показать. Марьян, тебе нравится в Хорватии? Не нравится? А где лучше? В Украине. А ты можешь нормальным голосом теперь это сказать? Марьянчик просто начал косить под чаек. Вон, видите, тут стройки разные. Все строится в Хорватии, много строится. Я так подозреваю, что будет развиваться Хорватия очень хорошо, потому что очень хорошее месторасположение. Недалеко от Германии, Швейцарии, Австрии. Очень хороший климат. Так что, вон, чайка полетела. Вот такая Хорватия. Такие тут улочки. Это, кстати, один из самых древних городов Хорватии. Основан до нашей эры. Там чуть ли не 200 лет. Такие домики. Пальмочки растут везде. У нас растут киви прям возле дома. Вот, язык на первый взгляд кажется очень похожим на русский язык, но когда начинаешь слушать, как они говорят, то ничего не понятно. И когда я встречаю тут с Германией кого-то, то я очень радуюсь, потому что я хоть что-то могу нормально спросить или что-то рассказать. Так что так. Ладно, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до связи.